Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Так, продолжить кампанию. Порт Лорина. Разведь самолет союзников засек перевозку таинственного груза в порт Лорина. Ваша задача — пробраться туда под покровом ночи и узнать, что замышляют немцы. Узнайте, что это за груз и куда его отправляют, а затем подготовьте участок к тайному бомбардировочному налету союзников. Ну, ничего не поменяем. Сюда что-то, да, купить можно. Открыть. Ничего не надо. Порт Лорина. Ну, вот так вот. По порту будем шастать среди морячков. Эх, яблочко, куда ты катишься? Отлично сработано с партизанами, Карл. В УСС очень довольны. Равно как и успехами на Сицилии. Я слышал, операция «Эскимос» прошла у вас гладко. А еще слыхал, у Эйзенхауэра крупные планы. Высадка на большую землю. Айк всегда мыслит масштабно, Карл. Ближе к делу. Мы разворошили осиное гнездо. Дело пошло. Какое? Данные от информатора? От Дорфмана? Нет, не от него. На этот раз сообщили ребята из воздушной разведки. Где-то здесь порт. На побережье. Немцы что-то перевозят. Есть догадки о том, что именно? Объект сильно охраняется, так что надо думать, там нечто ценное. Оттого я и понадобился. Именно так, дружище. Нужны сведения. Что за груз? Куда отправляется? Я снайпер, а не шпион. И что тогда? Судя по всему, немцы делают большие дела. Район в радиусе действия бомбардировщиков. Так что, как закончишь свою работу, что уж, дай отмашку нашим летчикам. Хорошо, сообщу. Давай послушаем рацию. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышим вас, рыжий лис. На пленке, которую вы забрали с упавшего самолета разведчика, видно, что в порт Лорина переправляется большое количество оружия. Найдите этот арсенал. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Так легко и просто. Ага. Ангел знает о твоем состоянии? Туберкулезник. Она наш командир. У нее есть другие заботы. Без нее мы ничто. Мне показалось, она в себе не уверена. Она встала во главе, когда люди Бема взяли ее отца. Необыкновенный был человек. Его трудно заменить. Понимаю. Нет, она его достойная преемница. Жаль, сама не осознает. Так его взяли люди Бема? Мертвым его никто не видел. Должно быть нелегко ей. Не только поэтому, Карл. УСС знала, что ее отца забрали. Но он не считался стратегически ценным. Ему даже не пытались помочь. Ничем! Да. Какие же все-таки вы. Сейчас сначала вооружусь, подожди. Ну это что, на всякий случай, мало ли, да? Давай, что ты мне скажешь? Грозный клинок. Это отцовский был. Был? Как-то ночью его забрали люди Бема. С тех пор ни слова, ни вести. Как в воду канул. Сочувствую. Как там сказано у поэта, из искры возгорится пламя. Отец... Сойка, пересмешница. Искрой. За ним шли в огонь и в воду. Зойка, пересмешница. Партизаны? Я не догадывался. Да. Мой отец был их командиром. Тяжело им его заменить? Да, нелегко. Пока его тело не найдено, я не оставлю надежды. Надежда
дает нам силы. Доволен своей победой у Виадука? Сделал, что просила. Спасибо за это, лейтенант. Пожалуйста. Но судьба партизан. А если бы я не сделал бы, как бы она отреагировала? Топливо, лекарств. О, Мадонна, как же нужны лекарства. Тиф? Валагри эпидемия. У некоторых наших бойцов уже появились первые симптомы. Хватит уже 5 минут рендить. Мы знаем, что фашисты перевозят вакцину через порт. Да это мы знаем. Я хорошо, поэтому и здесь. Ты узнал, где он. Попытаюсь. Вакцину. Тоже мне. Зина, королева воинов. Тут-то никого нету. Ты, сгоревший дом. Я думал, на лодке опять отправлюсь. Здесь полно охраны. Лучше держаться в тени, если хочу добыть нужные сведения. Полно охраны. Все может быть. Ну и все. Вот так вот и будем передвигаться по чуть-чуть. Ага. Молча. Молча я тебя убью. Какой метательный ножик бы был бы. А почему ты встал именно тогда, когда я к тебе направляюсь? Не поворачивайся. Не поворачивайся. Опа! Через шлем. Давай-ка я вооружусь у тебя немножко. Здесь больше нечего искать. Ой, записки. Так, второй. Ты тоже с запиской? Ох ты. Сейчас, подождите. Ой, не спешите. Все в кучу. Так, есть у меня один план. Слишком близко, понятно. Не получается так. Ну зато может вот так получиться. Нет, нифига, он почему слышит-то? Вау. Нет, он отмечен у меня был. Так.
Думаю, я собрал все, что мог. Так, давайте посмотрим, что мне тут надо. Так. Так, обследуйте склад, найдите грузы, найдите разведданные, найдите вакцины. Так, а это что? Выведите из строя. Блин, и там надо сделать. Ну ладно. Для начала будем расчищать место себе для боя. Хо-хо-хо-шеньки-хо-хо. Я что-то не то сделал. Видимо, что-то да. Я думал, там все разорвет. Ну пусть они пока его там посмотрят. Интересно, до скольки я могу цели отмечать? О, еще вот этот не заметил. Так, камушек закинуть туда. Нет, все-таки вот сюда надо. Да, за тобой пойду. Ну не смотри ты так, не смотри. Дот. Показать обучение. Покажите обучение. Мне надо место расчистить для моих диверсий. Заметили. Вот и все. Так, давайте теперь ради интереса посмотрим, что это за дот. Что он из себя представляет? А, вон оно что. Да, далеко я смогу убежать так-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, 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 тихо. Вот так.
Так, мне бы... Ох ты, мне бы сначала вот сюда бы, по порядочку, чтобы все пройти. А там никак не пройти. Да все спокойно, конечно. Панику довели из-за дота какого-то. Так. Ага. А вы труп-то находили, там нет? А что вы все взбеленились-то? Почему все-то? Так, у меня там что? Ну так можно обойти. Правда, не знаю, зачем. Вот так. Я думаю, сам а то будет. Здорово. Не зря совершил диверсию-то. Там вот и хранитесь. Думаете, что я где-то там? А я пока попробую. Эй, а ты куда? Так, почему ты в меня-то направлен? Спокойно, граждане, спокойно. Я же у вас в гостях. Спокойно. Ищите меня пока там.
А здесь я что, не успел, да, никого обшмонать? Это мне очень пригодится. Прыгай. Прыгай. Идет поиск. Поиск результатов вам не даст. Потому что я хитрец, потому что я наглец, потому что я подлец. Давай, уходи. Осматриваешь его, да? Да и что смотреть-то, он помер. Помер. Обнаружено тело. Конечно, обнаружено. Вы же вместе с ним шли так-то, если не помнишь. Ну что? Ой, тоже мне сюрприз. Успел. Ух ты, какой богатенький Буратино. Нет. Так, а вы что затаились? Кого-то ожидаете? Шубутные. Ладно, что ж с вами сделаешь? Запрестишь, разве ж черт-то не простишь? И бежим, бежим, бежим. Уничтожено что-то. Ой. Ну, хорошо, хорошо, я постарался. Так, какое-то задание исполнил одно. Да я, блин, даже в порт не вошел. Оно все взрывается и взрывается. Ладно, мне хоть легче будет. Где ты? Так, опять туда лезть надо. Потому что через центральный вход путь мне заказан. Так. Вот эти вот, ну они не на ходу, они не страшны. Все, тот успокоился, ну и ты успокаивайся потихонечку.
Лиш, все тихо. Вот тут склад какой. Все, вроде бы, да, здесь? Смотрим, всего-всего добрали. Тут что у нас? Непонятно чего. Ну-ка, давайте ограбим их. Все равно ничего не надо уже. Так, возьмем документы. Это на бат какой-то звонит. Больше ничего. Тут вот как что-то есть. Короче, можно было прятаться и прятаться. Забегаешь и прячешься, забегаешь и прячешься. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь я кого-то убивал. Ну давай, шмаляй его. Так, взяли. Машину будем взрывать. Или эта машина не та машина, которая может взрываться? Так. А здесь у нас что? Неизвестно. В ящике не порыться. Зато вот сюда залезть можно. И отсюда сейчас все рассмотрим. Кто бы там ни был. Так, где я? Вывести из ПВО порта. Минус один. Вот это, наверное, есть. А, ну да. Так, а у меня где еще есть-то? Так, позади меня. Развернуться и в другую сторону. Пока что, или как? Нифига. Вы что, меня видите, да? Плохо. О. Ладно. Я сюда пока по одной причине только иду.
Я хочу увидеть бронетехнику. Можно как-нибудь удалить или нет, если это бронетехника? Курить, здоровью вредить. Так, это не бронетехника. Так, удерживать. Удержим. Это мне очень пригодится. Так. Что у нас еще есть? Давайте. А вот пока и ничего и нету. Надо все наживать непосильным трудом. Ну ладно. Хоп, в голову. Так, призрак, патроны пистолета, бинт. Кажется, собрал тут все полезное. Ни одной нету, да, бомба-то? Вот так вот. Ну ладно, что теперь? Пока выйдем отсюда. Точно тут ничего нет такого, чего мне могло пригодиться. Ну, столовая. Да. В столовой ничего такого нету. Так, а я где? Ну, можно туда, где куча народу, можно, конечно. Но мне надо назад сначала. Залезть, обыскать. Здесь больше нечего искать. Противотанковая мина. Ну, мину мне не нужна противотанковая. Танков-то пока что нет. Так, не туда. Вон туда мне. Не пошариться здесь нельзя, нет? Ничего для такого хорошего парня, как я, не положили. Держи ухо востро. Конечно, держи. Блин. Смогу. Я смогу. Бесшумно.
Ты же ему сказал не расслабляться, он расслабился. Думаю, я собрал все, что мог. Что? Труп нашли? Да, бывает, что. Кто ж хотел, чтобы он умер? Оу. Так, может, у тебя что-то хорошее? Давай быстрее. Так, а вот сейчас? Ага. Что ты заметался? Оп, оп. И все. Так, двое еще внизу, как я понимаю, сидят, наверное. Тут больше ничего нет. Одна растяжка. Что-то там есть. Боеприпасы к дробовику. А зачем мне боеприпасы к дробовику? Ну ладно. Пока дают, надо брать. Вдруг мне дробовик надо будет. Так, и что мне тут надо сделать? Найдите начальника порта. Найдите. Должно быть, это кабинет начальника порта. Стоит тут поводить носом. Так, забираем. Забираем. Так, винтовка нет. Такое чувство, что снайпер, что ли, был, или что? Отблеск-то. Так. Патроны к пистолету максимальное количество. Вот, все-таки, да. Где ты? Давай. Вон он. Вот он. Блин. И как быть? Ну, давайте пока тут сюда спустимся. Так, мы-то его нашли. И то ладно. Главное, чтобы он не стрелял сейчас по нам. Ага, остальное ерунда. Так, вооружились. Должно быть Латерца, начальник порта. Его-то и просил убрать лучше. Просили. Давай, только подойди поближе. Так. Здесь больше нечего искать. Теперь. Где растяжка у нас?
ставим сюда. И надо пристрелить нам этого снайпера. Ой. Ничего страшного. Подождите, я уже ухожу. Ой, как все сполошились. Давайте вы там труп еще найдите и... Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!